представим, это вот с этой штукой. Смотрите, как это работает. Главное лоб. Что это за инструмент? Как вы думаете? Трещалка. Трещотка, правильно. Ну, по-белорусски трещотка. Это что за инструмент? Барабан. Бубен. Бубен, да. Здесь просто вот тут тарелочки мы сняли и туда вот повесили. Ну, должны быть еще тарелочки. Вот это что за инструмент? Как вы думаете? Хлопок. Хлопок. Еще варианты? Ляпалка. Слушайте, почти угадали. Это ляпка. Ляпка. Да, вот это инструмент. Так, это что такое? Ну, можно так, можно еще так. Рагулька. Вы будете играть по рагульке. Так, да, у вас. Ну-ка, давайте послушаем, на что похоже. Лошадка, да, на лошадку похоже, да? Это называется копытца. Копытца. Сейчас мы будем с вами играть в польку. У нас есть призы для каждого участника, так что нужно очень быть артистичным. То есть, кто самый лучший артист, возьмем с собой на гастроли. Ой, Таня, все, давай. Сестра. Мама возьмем. Мама может быть. Давайте так. Значит, самому артистичному будут самые большие аплодисменты, правильно? Ну, вы артисты, мы играем польку, вы играете на инструментах, можно пританцовывать, припевать, ну, улыбать. Вы артисты, да? Все, значит, вместе с Лизой. Итак, кадрыля для слова. Играют и танцуют все.